Газоны в Самаре скоро станут краше и ниже в соответствии с нормами. Такой принцип благоустройства должен в том числе избавить город от пыли. Дело в том, что сейчас грунт чаще всего находится выше бордюрного камня и после дождя неизбежно оказывается на проезжей части, превращаясь под колесами автомобилей в пыль. Под жестким контролем газоны вдоль отремонтированных улиц города обустраивают по-новому, руководствуясь здравым смыслом. Все работы по благоустройству территорий и улиц городского округа Самара ведутся под постоянным контролем губернатора. Сегодня здесь по поручению главы администрации Фурсова Олега Борисовича ведутся работы по облагораживанию, по благоустройству газонов. Непосредственно происходит выемка грунта на 20 сантиметров с газона с последующим засыпкой плодородным черноземом. Потом газон засеет травой, и он обретет должный вид, а главное будет на 5 сантиметров ниже бордюрного камня, чтобы обеспечить не только привлекательный внешний вид, но и чистоту. Очень довольны, очень даже. Мы очень рады, что у нас будет травка. Хотим, чтобы еще цветочки посадили, типа клумбочков было бы. Очень рады и даже довольны, что идет такая реконструкция, как скажу. Благоустройство газонов в Самаре в этом году уже произведено на проспекте Масленникова, улице Революционной. В данный момент ведутся работы на улице Свободы и проспекте Кирова.